Примите мои приветствия. Вы на канале Автодром. Пума – это хорошая иллюстрация того, как непрофессионалы берутся за производство автомобилей. Так косметический хирург по имени Камбис Йобиан в 2012 году решил заняться производством автомобилей. Спустя год на автовыставке в Лос-Анджелесе был представлен необычного вида автомобиль, какая-то дикая смесь багги и спорткара. Как и ожидалось, автомобиль был высмеян прессой как самый уродливый и несуразный автомобиль выставки. Тем не менее, черный пиар, тоже пиар, и на автомобиль нашлось целых 3 покупателя, и, как сообщается, продавались машины по 1 миллиону долларов. За такие деньги покупатели получали заднеприводный автомобиль с 7-литровым двигателем V8, мощностью в 55 лошадиных сил. По данным от автопроизводителя, Puma разгонялась до 60 км за 5,9 секунды. Благодарю за просмотр, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.